Всем привет, с вами Дарк, и мы продолжаем выживать в разрушенном городе Погорение. В прошлой серии у нас случилась такая вот штука. Я послал бедную Арику украсть вещи, ее там избили в доме. Я злой, хотя виноват сам. Ладно. Теперь всех начнется какой-нибудь депресняк. Ну ладно, будем разбираться. Надо ее сейчас покормить и перебинтовать. И вообще у меня такое ощущение, что она уже не желез. Ну да ладно. Сейчас. Так, Арика. А ну-ка иди запинтуйся. Сейчас Бруно сделает поесть. Поешь и ляжешь. Так, Бруно, мы можем помочь с угрызениями совестями, когда выйдем из этого ада. То есть тебе, скотина, вообще пофиг, да? Взяли девку, послали на дело, блин. Теперь мы будем лечить ее. Я не знаю, может ей еще дать таблеток. Этих. Ладно, тогда иди ешь. Так, и в общем... Пострадали за какую-то хрень. Но зато мы сделаем тогда печку. Раз бедная девчонка пострадала из-за нас. Так, куда ее впендюрить-то, блин? Так надо как-то располагать, чтобы удобно было. Ладно, давайте вот тут. Так, что скажет Катя? Если мы выживем, Арика будет наша спасительница. Арика очень плохо выглядит. Надеюсь, еще не поздно достать бинты. Ну, бинт один наложили, второй. Так. Отправим ее спать. Так, что скажет этот бегун? Так, этот сожалеет. В общем, один Бруныч у нас такой моральный урод. Что скажет Катя? Все плохо. Я не выжил. Пришлось красть. Я не знаю, я, наверное, сейчас пойду и просто буду мстить. Так. Так, ты иди, плохо спал. Иди спи. Так, что там можно сделать, интересно? Так, отмычка. Одна есть. Так, надеюсь, здесь снаряд не попадет в дом. Давай делай фильтр тогда. Так. Нож. Катюха, иди, включи этот. Чё сидишь, грустишь, кофе пьешь?
есть. Так, но жрать сегодня не будут остальные. Блин, еще Бруно ранен с того раза. Пипец. Так, бегун, тут у нас самогоныч. Так, сделать еще два баллона. Если что, продадим. Так, вроде все. Короче, сейчас беру нож, возвращаюсь в тот дом, зарежу того мужика. Ну и чё, девка, ну залезла, но поругаться она бы убежала, блин. Скотина, взял и сбил. Пойдем тогда на дело, наверное. Так, ты спишь в кровати. Ты тоже спишь в кровати. Ты охраняешь. Ты пойдешь сейчас давать люлей. Был бы ствол, взяли бы ствол. Так, блин. Так, надо собирать все подряд вообще. Так, этот педик еще один. Хрена себе у вас тут. Спрячемся. Блин, они с ножами. А, или это мы с ножами? Скоты. На, скотина. Все. Короче, это вам за реку. Все-таки я понимаю, что воровство там. Все дела.
Ну, блин. Девчонка там мелкая, 14 лет. Так что не могу простить, извините. И два трупа на болоте. Ты теперь гонить. Так, и бинтов нет, лекарства, да? Так. Ну да, умерла. Поэтому ты такая сволочь. Владелец. Так, тут много материалов. Так, тут, видимо, заперта. Так, тут я шарился, нет? Так, надо быстро залутать еще эту комнатку. Так, ну пока ладно. Там сейф. Выходу пока что. Следующий день вернусь сюда. Да, не знаю, правильный это поступок, неправильный, но я отомстил, и я спокоен. Чувак, такие дела, блин, еще напали, твою мать. Короче, Катька как-то отбилась. Депрессия теперь этот чувак. Так. Брунгильда. Так, иди делай сюда. Вернее, Катька, наверное, сюда делать. А Брунгильда.
Так, а ты куда подорвалась? А ну-ка иди, бинс, перевяжись. Так, ты сделай, наверное, еще топливо. Так, Павло сделал то, что считал нужным для нашего выживания, как бы ужасно это ни было. Я путешествовала больше всех своих друзей и родственников. Я встречалась с известными людьми, читатели находили мои интервью смешными и проницательными. Но когда я пытаюсь записать свои впечатления, я захожу в тупик. Я хочу найти и обнять моих родных, а не писать о них. Жаль, что я не виделась с ними чаще. Да. Очень голодна. Короче, иди сожги консервы. Так, лучше иди поспи. Так, Бруно, иди приготовь пожрать. Две порции только. А, воды нет. Ни хрена. Ну, делай две. Так, во-первых, зачем тебе? За тебя мстил. Так, ты хавай. Так, это торговец. Это по Катиной части. Может, сейчас еды купим? Так, а ты иди пожри. Так, блин, бинт. Ах ты скотина. Переса. Так, нам надо всю эту хрень убрать еще. Так, сигареты, интересно, в ходу. Короче, ни хрена.
Так, на этом хватит. Давай, ступай, чувак. Так, Бруно, что скажет? Неужели в городе перевелись все животные? Я так хочу есть, я бы съел даже крысу. А, жирная морда, тебе только жрать. Так, Павло. Сюда. Ты иди сюда. Катюха, что-то села в тепесняке. Короче, сделать ничего нельзя, блин. Слегка больна. Ну-ка, иди таблетку съешь. Так. Таблетку съешь. Так, ты иди подготовь еду. Так, что такое? А воды нет, твою мать. Иди с Павлоном, что ли, поговори. Тут на дело идти, а вы тут совсем. Так, иди заряди пока. Короче, Бруно, что ли, придется отсылать. Капец, на дело некому идти, охранять некому. Вообще пипец. Так, ты спишь? Короче, наверное, только так. Так, перелом. Погнали снова. Так, там наверху были. Так, тут что?
Так, а тут дальше не пройти все. Так, жатва нужна. Хрен с ним, с материалами, надо жрачку брать. Потому что жрачка на вес золота. Так. Так, где еще сейф был? Так, пишут частная собственность, но жителей-то нет. Ладно, короче, бежим к выходу. Так, да, сегодня улов неплохой. Так, депрессию устал. Так, иди-ка сготовь шатву. Четыре порции, короче. Так, ну, в принципе, уже то, что сделал Павло, ужасно, но кто мы такие, чтобы судить его? Мы там не были. Ты там была, как раз. Так, иди, Павло, ешь. Так, наверное, спать. Так, ты тоже ешь. Так, не наелся. Еще мясо съешь. Еще голоден. Ну ладно, иди. Так, ты поешь. Так, вообще-то ты или тоже поешь. Блин.
Так, кто там такие? Так, Бруно, иди, короче, открывай. У нас все в печали, все устали. Себе подарок. Привет, соседи, спасибо, спасибо. Ну, это вообще классно. Так, ты что-нибудь поделаешь, что ли? А ты иди поспи. Так, еще, наверное, кровать одну сделать. Где ее размещать-то? Так, Бруно. Куришь. Так, наверное, сожги, блин. Чё сожги? Приготовь-ка, блин. Бруно побежал куда-то. Так, ну иди спи тогда. Я не хотел никого убивать. Вы должны мне поверить. Вы должны. Я понимаю. Я тебя послал это сделать. Так, ты спишь в кровати. Спишь в кровати. Или... Ладно, ты охраняешь. Ты спишь в кровати. Ты добываешь. Блин. Черт, я не успел, не там, не там. Фу.
не знаю, нож брать, не брать. Возьми на всякий случай. А, блин, это закрыто, чё я тыркаюсь-то. А, блин, тут решеточка, надо пилу. Так, а внизу кто-то есть, человеки, что ли? Да, что-то улов небогатый, блин. Пойдешь? Так, ну вроде они не агрессивные. Так, тут кто-то травку выращивает. Точно зашли. Так. Книгу нафиг. Здесь кто? Какой-то бомж. Ты вес золота. Так. Ладно, бежи к выходу. Беги, то есть.
Так, тут решетки. Так, Павла надо выводить из депресняка как-то. Но это уже будет в следующей серии. На этом, думаю, завершим. И следующий день начнем со следующей серии. Всем спасибо за внимание. С вами был Дарк. Пока-пока.